Лес, свежий воздух, веревки, карабины и навигаторы – неотъемлемые атрибуты празднования дня рождения ведущего сотового оператора нашей республики. В рамках празднования своего десятилетия «Мегафон» в Чувашии провел серию мероприятий для самых разных гостей. О том, как блогеры участвовали в квесте «Геокешинг высокой надежности», а также о производственном процессе на Вурнарском мясокомбинате, смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До свидания. Геокэшинг – это туристическая игра. Участники должны находить тайники с помощью спутниковых навигационных систем. Блогеры, разделившись на команды, решительно отправились к точке старта. Но получить координаты следующей локации оказалось нелегко. Нужно пройти первое испытание – веревочный триал. С виду просто, а на деле сразу понимаешь, что давно не бывал в спортзале. И это только начало квеста. Следующие задания доставили куда больше эмоций. Пройдя испытания, команда попадает в заданную программой точку. Но карточка со следующими координатами находится в радиусе 5 метров. Ее еще нужно найти. Иногда на поиски приходилось тратить по полчаса. Здесь важно действовать сообща. Чем сплоченнее команда, тем быстрее она выполняет задание. Команда самого «Мегафона» доказывает это не словом, а делом. Надежной связью на территории региона и высокими скоростями мобильного интернета как в столице, так и за ее пределами. Руки трясутся просто, посмотрите, это нереально. Такие эмоции. Ты это не купишь за деньги, потому что, серьезно, спасибо «Мегафону» за геокэшинг. Это замечательное событие, которое оно сегодня устроило специально для нас. Я очень рада, я счастлива. 47.248. Дальше? 101. 101. 300 метров туда. Наверх, да? Вы первые! Молодцы! Поздравляем! Молодцы. Молодец! Супер! Это самая лучшая игра в нашей жизни. Вторая команда оказалась чуть менее удачливее и пересекла финиш, когда уже стемнело. Но на эмоциях это нисколько не отразилось. Каждый участник получил памятный приз и сертификат партнера высокой надежности. Пять заданий могли бы показаться сложными, если бы участники не стали одной командой. Леса и овраги, речушки и пересеченная местность – все нипочем, когда путь тебе указывает «Мегафон».